Строительные работы по возведению станции метро «Театральная» сейчас ведутся в двух зонах – в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко представители подрядной организации и профильных ведомств обсудили возможности оптимизации технических решений и работ, а также сроки, в которые необходимо уложиться. Например, в центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. Все технические решения находятся на стадии оптимизации, будут согласованы с заказчиком после праздника и примется решение по факту согласования по сроку производства работы. Никак переустройство сетей для возможности пуска ТКЖ не влияет. Все остальные решения зависят от оптимизации и должны быть выполнены на дату ввода объекта в эксплуатацию, то есть они связаны с фактической эксплуатацией будущего метрополитена и влиянием его на сети и дома. В ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской будет скорректирован. По словам первого вице-мэра, окончательное решение будет принято после 12 мая. К настоящему времени в историческом центре выполнено уже значительное количество таких задач, в том числе половина работ по укреплению коллектора. На второй площадке в районе улиц Полевой и Новосадовой уже завершается бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннелепроходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннелепроходчика планируют в ближайшее время. А на предстоящих выходных намерены отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части рядом с зоной метростроя. Автомобилисты, городские перевозчики общественным транспортом обращались по поводу состояния дорожного полотна вблизи стройки. Ранее проводился локальный ремонт. На этих выходных перекресток Полевой с Новосадовой планируют закрыть, чтобы произвести аварийный ремонт и предотвратить дальнейшее разрушение асфальта. В выходные мы закрываем его, и туда выходит подрядчик «Волга-Трансстроя-9». Сейчас будут закрывать и будут асфальт «Щема» делать, «Щема-16». Отремонтировать дорожное полотно планируют в кратчайшие сроки. Главное помнить, все неудобства временны, а метро навсегда. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.